В спортивно-развлекательном центре «Сан-Сити» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню таэквондо и открытию официального представительства Всемирного центра таэквондо «Кукивон» в Кыргызстане. Сегодня у нас знаменательный день, посвященный Международному дню таэквондо. Данное мероприятие будет проводиться ежегодно, так как мы на этом мероприятии, значит, обозначаем наших спортсменов, наших тренеров, наших судей, почетных гостей, значит, которые внесли большой вклад в развитие таэквондо в Кыргызстане. Началось мероприятие с награждения. Благодарственные письма получили руководители региональных представительств Ассоциации таэквондо Кабыл Ниязбеков, Нурали Атабеков, Суинбек Жалалов, Нурбек Болотов и другие. Почетных грамот удостоились тренеры ассоциации, воспитанники которых в этом году показали высокие результаты на международной арене. Ценным призом был отмечен серебряный призер Международных спортивных игр Дети Азии Нурхан Самеддинов. Были отмечены и работники средств массовой информации. Затем состоялось лицензирование тренерского состава Ассоциации таэквондо Кыргызской Республики, после чего прошел ряд семинаров. На тему антидопинга занятия провела заместитель директора Национального антидопингового центра Айнагуль Рыскулова. Также прошли семинары по регистрации в Кукивон, по судейству и новым правилам, семинар об изменениях в основных требованиях к аттестации. На мероприятии присутствовали около 60 тренеров Ассоциации таэквондо Кыргызстана. Были представители всех 7 областей. На данном мероприятии мы подвели итог о нашей работе, которую мы проделали за год. Значит, у нас очень много результатов, очень много было выездов спортсменов, и наши спортсмены показали хороший результат на международной арене. По словам президента Ассоциации таэквондо Кыргызской Республики Алексея Пака, такое мероприятие будет проводиться ежегодно.